приятно, во-первых, провести свой первый матч такой дома на домашней арене за «Спартак». И хорошей скорости были, обе команды показали, довольно-таки напряженная концовка, но самое главное, что победили. На твой взгляд, сегодня арбитры не переборщили с удалениями? Ну, вы как знаете, мы не можем особо комментировать их решения, но и были вопросы, конечно, так что. Согласись, все-таки за 6 человек все-таки многовато. Ну да, но где-то мы сами неправильно сыграли в каких-то моментах. На самом деле там спорное такое решение было, так что не знаю. Надо ли еще как-то вот все-таки игрокам привыкнуть вот к новым правилам, к судейству? Да, конечно, каждый год что-то меняется, они с нами разговаривают, и как раз эти турниры – хорошее время, когда мы можем поработать над этим и посмотреть, что они дают, что не дают, так что надо все равно привыкать. Ты, по-моему, второй матч с Максимом Гончаровым играете в паре. Насколько вы уже хорошо как-то смогли почувствовать друг друга? Ну, приятно, конечно, играть с человеком, с которым всегда играешь, и как бы начинаешь чувствовать друг друга, где-то подсказываешь, и в какие-то моменты, когда ты идешь за шайбой, ты уже знаешь, где находится твой партнер, так что чем чаще играешь с одним человеком, тем легче самому тебе. Сегодня, в общем-то, матч предсезонный, но, по-моему, обе команды без прокатов играли. Ну, конечно, сейчас идет уже основная подготовка к сезону, осталось там, грубо говоря, 10 дней до сезона, так что готовимся в полном режиме. Спасибо тебе.